Обыкновенный воскресный вечер, ничем не предвещающий еды. Наши дуэлянты уже построены, готовы начинать битву. А какую битву им доставит наш сегодняшний многоуважаемый Юта? Это мы выясним. Нашей дуэли. Добрый вечер. Привет. Кстати говоря, у нас... добрый вечер. Добрый-добрый вечер. Ребяточки мои, у нас должен был быть джекпот в размере 50 рублей, но не тут-то, знаете ли, было. Как вы думаете, с чем это все связано? Того, что у нас переходящий. Да, у нас переходящий, именуемый как Иннокентий Беляев, который должен был оставить нам джекпот, но, как говорится, у него зубы выпали. Давайте-ка я напомню быстренько правила игры, которые особо не поменялись. Вам будут по-прежнему задаваться вопросы с четырьмя вариантами ответа. Все ничего не меняется. Будете накрывать верные ответы фишками, которых у вас 10 штук наличия. Все команды вы видите на экране. Я ничего особо такого напоминать не буду. Да, у нас 60. Вот. Также здесь будет действовать интерактив во время вашей схватки. Извините за матки. Да. Ага. Ой, извините. За наши вафки, друзья. Победитель интерактива, напоминаю, в конце игры поборется. А давайте-ка посмотрим на наших гостей. Наши гости уже вовсю выстроились и готовы начинать нашу дуэль. Я приглашаю на эстакаду Георгия Шипина и Максима Иванова. Кстати, я зарегался. Все успели, успокойтесь. Ок. По крайней мере, с Георгием мы успели победить. Let's duel. Первый вопрос. В какой стране миранский язык имеет официальный статус? Испания, Португалия, Венесуэла, Бразилия. А я тем временем скажу, что Патрик вынес. Так, Максим зафиксировал ответ. Чего еще раз, Юрасик? Я говорю, что Патрик не смешон. Ага, понимаю. Мада. Георгий, без восклицательного знака ответы. И это еще Максим Иванов не записал. Блин. Аффиксация. Звездочка. Приват. Все мне в приват. Георгий, сначала расстановка ответов, а затем уже... Да, господи, простите. Не так. Сначала вот ответы, а затем уже фиксация. Отдельно. Да, ой, господи. Привет. А то я могу запустить акселератор. Я сейчас оглушу. Наконец-то. Да, господи, я... Не первый, я уже просто... Ну, знаете... А я могу сразу сказать, что я знаю точный правильный ответ. Молодец, что вы знаете. Давайте посмотрим. Дуэль окончена. Дуэль окончена победой Георгия. Yes! Георгий, заглушите, пожалуйста, уши. Кстати говоря, это романский язык, на котором разговариваем в Португалии. Муниципалитеты Миранда ду Миозу и Могаду. На первой же дуэли вы. Джекпот равен 67 рублям. Георгий.
Это же ж вы убийца. Почему выражается у меня 54? Так, я знаю, у меня 60. Мы отпускаем Максима. Так, вот теперь. Так, почему-то у меня 50 поставил. Окей. А, у меня браво, у меня два этих. Вот, отлично. Георгий. Да. Пора выбрать оппонента, с кем вы сразитесь. У нас Юрасик два раза хочет с нами сыграть, но на самом деле это угадает. Юрасик, Санс Драйв угадает. Угадайся. Я беру Санс Драйва. Ну все, у тебя нет шансов. Не знаю, какие шансы будут у вас, но в любом случае дуэль с ТДшником нашим. Ну что, Дима, на этот раз ты видишь парад, а не я веду его за тебя. Теперь ты отдуваешь в полной программе. Посмотрим. Гоша, хватит. Господин Шепель, пожалуйста. Я молчу. Господин Шепель, пожалуйста, не издавайте звуков, как будто выражаете. Я молчал. Да. Дима, он мужик, как он может выражать, скажи? Как он мужик же, как он может сражать, а? Через попу. Да. А-а-а. Первый вопрос. Как называется роман, появившийся под впечатлением года без лета, вызванный извержением тамбара на Сумбаве? Дракула имя Розы, Франкенштейн или Прометей, имя Розы Баутолино. Так, Иван. Акселератор от батюшки мои. Еще один Патрик появился. Да, еще один Патрик, именуемый Санс Драйв. Иван, вы почему так неуверенно ответили? Объясните мне. Потому что я знаю, что это точно. Я уверен, что это не точно не Балдолино. Но я в любом случае скажу, что ваша дуэль закончена. Вот только победа. Потому что Дракула и Мироза ответ неверный. А кто из вас победил, узнаем прямо сейчас. Неужели это Франкенштейн? Неужели? Блин! Ох, как у Жоры. Не ори, сука! Пожалуйста, не орите. 71 рубль в джекпоте. Даблкилл. Это, ребяточки мои. Обратный огонь. Блин. Увы, Георгий, увы. Здесь я ничего не могу поделать, кроме того, что вас посадили на кол. Иван, вы не заметили, что наши игроки довольно быстро сменяют позицию? Я это заметил, коллега, поддерживаю. Кстати говоря, у нас упорная борьба идет между четырьмя игроками в интерактиве. А это кто? Это Патрик, Юрасик угадает и Максим. У Патрика ноль. Интерактиве тоже звездочка нужна? Нет. Интерактиве звездочка не надо. Решетка нужна в интерактиве. Ваши мозги понадобятся либо Максиму, либо Александру, либо Патрику. Ой, Вадиму, прошу прощения. Александр Заяц. Я, пожалуй, Заяц оставлю здесь на десерт, а дайте мне версию возвращающегося. Я вас понял. Прошу. Бумеранг я тебе не дам, учти. Бумеранг бобра. Раз упарывать, то упарывать. Если так будет продолжаться, нам придется по второму кукать. Погнали. Вот ваш первый вопрос. В каком графстве Шерлок Холмс занялся разведением пчел, решив подумать об деле? Мерсисайд, Ланкашир, Дербишир, Суссекс. Уберите Сус, и получится. Довольно интересный расклад у наших игроков. Я успел ответить? Вот, думаю, да. Сейчас мы проверим ваш результат. Ох, Георгий, по-моему, вы... А, нет, Георгий, вы не успели. Чёрт. Потому что вы отправили
Уже после того, как Иван зафиксировал свой ответ. Смотрим верный ответ на этот вопрос. И я бы ответил... 2 или 4? 4. Неправильно. И... Хорошо, что я 4 поставил. Ребята мои, ребятушки мои, вы уже в третий раз пополняете джекпот на 4 рубля. Совпадение? Не думаю. Следующий вопрос. Какое из этих литературных имен является псевдонимом? Габриэль Гарсия Маркес, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда, Октавио Пас. Так, Максим, есть. Акселератор пуш пошел в ход. Так, 4 была. Быстрее! Да успели. Пожалуйста. Успели вы. Причем вовремя. Эх, давайте глянем, что вы там ответили. Уже не совместными усилиями, все-таки Мурасик пошел против. Ваня, Ваня, почему ты не выбрал Октавио? Потому что мне нравится этот ответ, потом поэтому я его не брал, потому что пас сас. Спасибо. Мада. Да сливаться, то сливаться. Мада, правильный ответ. Вот вы сняли у меня только что с языка. Пабло Неруда. Yes! А настоящее имя его Нефтали Рикардо Рейса Басуальто. О, господи. Так, трудно. Я только Неруду знал. 5 фишек делается у нас. И у нас, дамы и господа, интересная сумма, которая равняется... 80 очков. Спасибо, Владимир. Статистика после 3 вопросов. На 1 фишку 1 акселератор меньше соотношение у вас. И мы идем дальше. На Олимпиаде в каком из этих городов выступала сборная Латвии? Берлин, Мюнхен, Инсбрук, Стокгольм. Так, Максим ответил. Тяжело. Пошел ход в акселератор. Георгий, можешь помочить, а, пожалуйста? Так, что вы там накумекали? Вы в чем? Вы сошлись в 2 вариантах, но в одном вы различаетесь. Я откинул 3, потому что в прошлый раз 3 это был правильный ответ, и точно не 3 будет. А здесь может быть все что угодно, кто знает. Компьютер случайно выбивает вопрос, так что я не знаю, как... Но у тебя варианты ответов расположены в такой же последовательности, как и в базе. Ну что ж, закончилась ли эта дуэль? Давайте узнаем. Но он еще вернется. Он еще вернется, да. Это была летняя Олимпиада 36-го года, в которой Эдвинс Биетакс завоевал серебро в борьбе, а бронза в легкой атлетике ушла Адалберту Бубенко. 4 фишки в джекпот, 84 рубля там. А Юрасику, как говорится, пора делать новый сезон якобы чаепития. Сытный, вернуть. А вот это на заведу пришла тема вечера, у Листраненко. Это, слушайте, люди, Дима, я отсылку сделаю. 5 ноября, 18.00, шафл. А что шафл еще раз? Бесконечный слот шафл на приноде, 5 ноября, 18.00. А и, кстати говоря, 5 ноября, ровно год назад, я стал на... ну что ж, Валя. Ну давай, сыграем. Нагнет ли тебя раком акселератор? Сейчас мы... Скорее всего, я его нагну. Смотри, чтобы он тебя не нагнул. Тебя нагнет попадать. Кстати, указ акселератор была фактически отменена в редакции 60-го года. Мужеловство, взяточничество, спекуляция, контрреволюционная деятельность. Так, ну это точно не спекуляция. Я вот так сделаю. Хорошо, хорошо. Ну что ж, на 5 рублей. Смотрим верный ответ. А мне кажется, это взяточник. Так думаю. А вот и нет. А, все-таки деятельность. Как раз мужеложство это была статья 121, спекуляция 154, а взяточничество 173.
Ну, спекуляция, она была и есть даже после 60-х годов и до распада. Взять коррупция, это то тоже очевидно. А вот про мужеловство... Ну, тут я бы тоже исключил, но я решил перестраховаться и поставить две фишки. Ну, да. Ну что ж, Ваня, пора выбрать оппонента. Угадайте. Не оставляй меня на Патрика, не оставляй меня. Или остались все-таки? Ну что, Ваня, твой выбор. А давайте... Патрика. А-оу. Упс. Надеюсь, упс, а-оу. Патрик, ты должен Ваню выиграть, чтобы я тебя понял. Эдзуитизм, что? Ладно, для Патрика мы начинаем, let's do it. Вот именно это он мне написал в начале, вот именно поэтому я сказал, что он не смешон, спасибо. Да, первый вопрос. Какой термин закрепился после выхода фильма «Челюсти»? Все раз Стивена. Саспенс, нуар, блокбастер, мыша. Так. Ну, впрочем, ничего нового. Да, впрочем, Патрик в своем стиле. Патрик в своем стиле. Впрочем, ничего нового, только... Икс, да. Ребятки, я буду орать, если правильный ответ — да. Смешап? Давай, не томи. Пожалуйста. А мне кажется, блокбастер. Мне кажется, блокбастер. Нет, не буду. А, блокбастер, блин. Блокбастер, да. Плюс 5 фишек. Патрик просто зачем-то всрал акселератор. Спасибо. Господин Шепель, у нас нет соведущего на дуэли. Я понял. Какой из нижеперечисленных стран Франция имеет наиболее протяженную границу? Испания, Бразилия, Швейцария, Италия. Так. Ага. Кстати, даже тут к этому, в комментарии к этому вопросу я указал... Так, это точно не два. Так. Так, Ваня, я вынужден здесь примениться. Так, я пока поставлю вот это, а не все. Ага. Ну окей, три фишки, так, три фишки. Принялись. Бразилия — это вообще другой материк. Смотрим. Испания, может? Блин. Я угадал! Ну, в Бразилии действительно другой материк, но здесь указаны страны, которые упоминаются вот в этом источнике. Как раз наиболее протяженный вот среди этих вариантов — Испания. Я просто играю в Евротрак Симулятор и плохо помню европейскую карту. Ребятушки мои, у нас Олегович. Ну, символично. Я, правда, не знаю, сколько у Бразилии, так что... Бразилия — это вообще, знаешь, какой материк? Южная Америка. Да, сейчас надо стошку надо сейчас. Стошку надо сейчас. Сейчас нужно стошку, да, делать. Или барсика. Если сделать, они как переводится на хинди, название алмаза — гора света. Регент Кохинур Шах. Вот Патрик не дает сыграть. Да, впрочем, ничего нового. Так. Ну что ж, ну, ребятки. Я вроде бы ответ знаю, как бы. Ой, блин. Я не могу. Ну давай, Патрик, дерзи. Чёрт, я... Шах — это? Кахинур. Да, надо было... Кахинур. Надо было на Кахинур поставить. Стошка у нас. Стошка! То есть напишите мне восклицательный знак 100 на канал. Я хотел Кахинур, но я передумал. Как называется талисман, первоначальное имя которого было Арч? Амик, Гнеш, Рональд Макдональд, Бучко. Ваня, теперь твоя очередь акселератор использовать. Я ну, потому что, знаешь, он как бы... но все-таки дуэль окончена. Правильный ответ? Гнеш, наверное. Пока, Патрик. Гнеш.
Рональд Макдональд. Это клоун, который являлся талисманом Макдональдса. Кстати, как бы я все равно проиграл, но жду бабла от предыдущей дуэли. Тебя могут превзойти. Ждите, но пока ничего не могу с вами поделать. Спасибо за... И... Кэш отсюда. Ну ты хотел как Тимур, но передумал. А нас ждет вторая дуэль против Фокстерата. Опа, ехали. Готов. Начинаем. Интерактив отдыхает. Нет, почему? Интерактив тоже играет. Да, запишем. Да, вопрос в студию. Вопрос. Кто из этих режиссеров в настоящее время женат не на актрисе? И Урсуляк, Владимир Меньшов, Никита. Так, Это у нас будет... Посмотрим, что успел зафиксироваться. Первый и второй успел зафиксироваться. А я в последний момент исключил четвертый вариант. Угу. А мне кажется, ну не 3, не 4. На 10 рублей. Правильно. Ответ. Юрий Мороз, наверное. Мне тоже так кажется. Никита Михалков. Что? Зря его исключил. Татьяна Михалкова является женой Михалкова, но на самом деле она российский общественный деятель. Ай. А мне казалось, он женатый. Почему-то. Дождите мне последнего игрока. А, выдадим. Но после перерыва. На закусочку, как говорится. Мы снова на нашей упоротой дуэли, в результате которой сейчас мы узнаем, сколько и Иван Шмыков. А вот противостояние. Четвертая дуэль. Тащи сюда этого пионера недоделанного. Последняя дуэль на сегодня. Мы узнаем, кто сможет. Угадать или сам знает. Прошу. Ну, Ваня, ты труп, короче. Ага, кто бы говорил. Если Сандра выиграет, он получит джекпот. Если Ваня выиграет еще. Ага. Так что еще неизвестно, кто выиграет. Итак, дуэль за наш джекпот. Погнали. Данилович так закрыл, как будто с деньгами с ними расстается. Знаете, мне и так жалко было. Отдавать, пока что мне еще жалко отдавать 99 рублей. Первый вопрос. Какая из этих марок пива принадлежит Германии? Карлсберг, Будвайзер, Варштайнер, Эфес. А чтоб жизнь медом не казалась. Знаете, хоть жизнь не сладкая, но тем не менее. По крайней мере, в случае верного ответа, если ответ да является верным, то Ваня уйдет уже потом. Правильный ответ. Хорошо. Варштайнер, блин. Варштайнер. Правильно произносить. 108. Next question. А угадается. Какую из нижеперечисленных стран возглавляет президент? Катар, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн. Смотрим. Нет, ребятки мои, зачем вам списывать, а? Правильный ответ. Это была моя первая идея, быстрее. Блин, ой. Это ОАЭ. А как раз этим президентом является Халифа ибн Заид аль-Нахьян. А господи, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Хороший президент, во. Халифа ибн Заид аль-Нахьян. 110 рублей. Следующий вопрос.
Как стал именовать коня Парцелиус после того, как он начал побеждать на скачках? Цитат Маренго Кумир. Ага, интересно. Надо пока порассуждать. Пока накроем. Это точно не этот ответ. Так. Я могу сейчас спустить акселератор сам. Да пускай он думает. Ну-ка. Нечего у нас тут акселератор не пугать. Я просто не хочу видеть. Цитат. Серьезно? Фишкой правильно сделал. Ой. По 12 рублей там. Эх, ну чё, ребята, я будем? Просто лошади, это моя тема. My little pony. My little pony. Ну, Буцефал я сразу отвел. Следующий вопрос. А про писателя говорили, что птица превзошла жука. Харпер Ли, Антонио Мурье, Эдгар По, Ким Кизи. Так, двойка в этот раз была. Так. Пока он не заакселерировался, но это зафиксировано. Заяц, ты долго будешь думать? Заяц? Я! Я думал, он уже положил фишки, просто ждет, пока я пущу фок акселератор. А вот я не знаю. Нет, нет, ничего подобного. Ну тут понятно, если что-либо, кроме Дафны и Кензи, игра закончится против меня, если что, если Хаперли, то я выиграл, если я Гартупо, мы продолжаем игру. То так я понял, да? А мне как-то закончено. Я не знал. Я тоже так думаю. По-моему, продолжим игру. Это не Гартупо. Нет. Ты точно уверен? По идее, мы должны против друга играть. Так, прошу прощения, меня отвлекли. Но мы уже за тебя все обсудили. Угу, правильно, ответ. Что дуэль закончена? Только в чью пользу? Ни в какую. Да неужели? Пока ни в какую, да. Да неужели? Блин, а я сразу его отмел. 115 рублей в жекпоте. А я отмел правильный ответ, ё-моё. Чё, ребятушки мои? 3-5. Что это такое? Так, у меня более выигрышная ситуация, значит. Следующий вопрос. Ты можешь накрыть все, я могу накрыть. Рамбер был первый мусульманин, побывавший в космосе. Пакистан, Афганистан, Вьетнам, Саудовская Аравия. Ага. Ваня! 7 секунд. Не секунде Ваня решил. Я бы, конечно, и пожалел, что отправил акселератор. Ну правильно сделал. Давай, всирай все фишки. Правильно, это давай. Будет. Думаю, оно рендерится бы точно недолго, потому что у нас выпуск короткий. Я даже не расстроюсь, если сейчас проиграю, на самом деле, я не расстроюсь. Тебе не жалко, Заяц. А, вам не жалко, хорошо. Итак, на потенциальные 115 рублей правильный вопрос. Правильный вопрос. Правильный ответ на правильный вопрос, да. Пока, Заяц! Ну, надо было накрыть нижнее. Вы издеваетесь, блин. Первым мусульманином, побывавшим в космосе, стал саудовский принц Султан Бин Салман Абдул-Азиз Аль-Сауд. Ну что ж, кажется, наш джекпот каждым разом уходит и уходит. Ну что ж, 120 рублей. Я поздравляю тебя, Ваня. С тобой мы рассчитаемся отдельно. Но мы потом с тобой отдельно потрендичим. Это не я. Да ладно. Ну, в любом случае, ребят. Спасибо за игру. А мы с Ваней... Я не играю с победителем.
А мы и так будем играть дуэль против акселератора. Мы и так. А так, ребят, спасибо за... И Кеша тут слился сразу с канала. А Кеша не вовремя слился. Какая жалость. Ребятки мои, у нас остался один нерешенный вопрос. Вопрос, связанный с победителем интерактива. Вот я сейчас чисто ради интереса вас спрошу. Кто, на ваш взгляд? Юрасик. Мне тоже кажется, Юрасик. Интересно. Знаете, вы в кое-какой степени с именем угадали. Максим. Иванов. А вот какой из Максимов? Я лишь скажу так, что отрыв. Максимов правильный. Какой из Иванов? Ребята, отрыв одного Максима от второго равен 8 баллам. Кто же этот человек? Давайте поприветствуем его. И все-таки Максим Иванов. И все-таки это не я. Прямо сейчас Максим будет играть дуэль против акселератора. Как-то не удивительно. А можно весь интерактив? Весь интерактив я покажу после игр. Ну и запись я остановлю после того, как ты покажешь полный интерактив. Да, я это делаю. Ну что ж, давайте-ка мы делаем. Ну а теперь уже интерактив отдыхает. Ну теперь, да, игра для интерактива не интересна. Ну точно так же, как и для зайца. Опа. Да, ну, не важно, мы все равно ответы принимаем. Итак. Акселератор против неизвестно кого. Да. Вопрос. Кто из этих математиков умер не свой? Рене Декарт, Януш Бэйн, Абель и этот товарищ. Акселератор пусти. Окей. Я ответы Максима принял. И давайте уже чисто ради интереса я вас спрошу, какой... Уже так спрошу, какой ты там? Я думаю, я нашу Бойли. Ну, я бы выбрал либо Боя, либо Гауа. Он выбрал Ренато Карты, Нильс Абель. Мне кажется, я нашу Боя. Или Боя, или Гауа. Ответ Б. Или Д. Галуа. Эварист Галуа. Честный Максим. А можно гонг? А, какой гонг? Нет, просто гонг. Нет, мы без гонга, ребятки мои. Ребятки, знаете... Я знаю, какой там. Знаете, я лишь снова рад этому моменту. У нас снова разыграли джекпот. Вы просили гонг, пожалуйста. Это я. Вы просили гонг, наш джекпот стал равен с... Опять. Кому удастся уйти с джекпотом в следующий раз? Смотрим. Я лишь объявляю о том, что на сегодня нашего смертельного казино закрывается. До встречи в следующий раз. И теперь уже дуэль точно полностью закончена. А полную интерактиву? Сейчас покажут.
И, кстати говоря, итоговый результат интерактива выглядит вот так. По 8 очков.